Невнимательность на светофоре стала причиной серьезного ДТП на улице Бородинской. Одна из машин теперь не подлежит восстановлению. Водитель Subaru Forester рассказал, что двигался со стороны кольца Багратиона в направлении улицы Выселковой. На светофоре молодой человек убедился, что для него горит зеленый сигнал, после чего продолжил движение. Однако через секунду автомобилист заметил, как наперерез ему движется микроавтобус Volkswagen Caravella. В последний момент рулевой универсала попытался уйти от удара, но было уже слишком поздно. На полном ходу Volkswagen протаранил Subaru. Вы с ним разговаривали, он объяснил, почему так получилось? Ну, хотел проскочить, говорит, успеть развернуться, но не проскочил. Вас сильно машина пострадала? Как видите, конечно, сильно. Все, восстанавливать что, смысла нет вообще. То есть вы уже не будете ремонтом? Ну а смысл какой, что тут ремонтировать? От мощнейшего удара автомобиль виновника отбросило на светофор, и он по инерции зацепил электропровода. Свою вину владелец Caravella признал. Мужчина рассказал, что очень спешил и просто не заметил, как для него загорелся красный. Стоит отметить, что утренняя авария в будний день стала причиной масштабной пробки. Многим автомобилистам в итоге пришлось вводить корректировки в свой маршрут и ехать в объезд.